Друзья, всем привет! Всем привет! Как обещали, мы будем разыгрывать подарки. Это у нас пылесос, компрессор и провода для подкурки автомобиля. То есть провода у нас морозостойкие, надо рассказать немного о них. В общем, провода у нас морозостойкие, минус 40. 600 ампер. Компрессор 3 года гарантии. И какое-то там... 35 литров, сумка, шланг. Длину 1 метр, длина кабеля 2,5 метра, набор переходников и... Пылесос агрессора, автомобильный пылесос, объем пылесборника 470 мл, 4 метра длина кабеля и насадки для чистки. Вот такие у нас подарки. Гарантия тоже 3 года. Смотрите, все упаковано. Все упаковано. Ну, пылесос продавался вот в таком состоянии, в такой коробке без пленочки. Вот, ребят, ну и сейчас, значит, дальше пойдем посмотрим, что по ценам в выходные дни. То есть подрос ценник, подупал он вообще, что продается, что люди покупают. И насчет подарков я еще хочу напомнить. То есть в предыдущем видео, да, мы говорили, то что какие условия, это вы должны были оставить комментарий, значит, свой город, последние 4 цифры своего номера телефона, и вы должны быть обязательно подписаны на наш канал. То есть тот, кто не подписан, да, тот, кто не подписан, ничего не выиграет. В общем, сейчас закончим с работой и будем разыгрывать. Итак, значит, что же сегодня покупаю, да, какие цены на авторынке в выходные, и есть ли ажиотаж или нету. Покупает сегодня, не сегодня, а, да, а допустим, Subaru Forester, это самая распространенная модель, самый распространенный кроссовер. Вот сегодня помогли людям подобрать данный автомобиль. Forester, он 2016 год. Ребят, обратите внимание, аукционная оценка на данный автомобиль 4,5 балла. Пробег 27 тысяч. Почему я сказал ажиотаж? Да, потому что, ну, все боятся, что у нас будет с июля. Сегодня просто цены на автомобили, что сколько стоит в выходной день. Поговорили с продавцами, ну, как бы, да, ажиотаж есть. Вы особо, наверное, не увидите, потому что рынок зеленый угол затянуло туманом уже который день. Forester — это рестайл, это уже новый 2016 год. Такого плана автомобиль 1 635 000, стоимость данного автомобиля. То есть у него уже идет измененный руль, идет полный мультируль, табло у него изменилось. Довольно-таки много изменений. Ну, посмотрите, как морда у него изменилась. 16 год, пробег 28 тысяч, 1 635 000. Далее стоит Toyota Land Cruiser Prado 2014 года, белый перламутровый цвет, 35 тысяч километров пробег, 2 350 000 рублей. Приусы, пробоксы, XV, хорьки стоят. Машин понавезли, машин очень много. Опять же, поговорили с продавцами, да. То есть очередь на пароходы. Все пытаются завести, привезти побольше автомобилей. Вот он, хорек стоит, 2,5, гибрид, 14 год, пробег 52 тысячи, 1 930 000 рублей. Рядом стоит Subaru XV, стоит 14 год, стоит 1 015 000 рублей. Есть гибридные версии автомобилей. Мы пойдем дальше смотреть цены. Honda Vezel, тоже полноценный гибрид, 2014 год, такой красивый цвет, какой-то он, знаете, темно-фиолетовый, хамелеон, как-то вот переливается. На 14 год, привоз май 2015, 4 балла, кожа 1 200 000 рублей. Гибрид от Honda. Дальше вот рядом тоже стоит Vezel, тоже гибрид, такой цвет такой темно-зеленый у него, стоит он 1 070 000 рублей. Ну и салончик у него такой, смотрите, комбинированный. Машина закрыта, вставки такие рыжие, кожаные. В общем, 1 070 000 рублей.
Вот, ребят, ну и машин много, говорю, ажиотаж, понавезли машин. Вот далее стоит Note в белом перламутровом цвете, это Dory Style. Стоит он 495 тысяч рублей, двигатель турбовый, Dick S, 4 балла статистика. Он на темном салоне, хромированной ручки. Ну, это накладочки такие, видите, Dick S написано. Дальше, значит, Toyota Porte. 2014 год, тоже белый перламутровый цвет, установлены туманки, на штамповка хорошая летняя резина, повторители в зеркалах заднего вида. Стоит он 525 тысяч рублей, привоз май, статистика, 525 тысяч рублей. Значит, боковые двери у нас просто открываются, как и на всех автомобилях с правой стороны. А с левой стороны дверь у нас идет сдвижная. И, кстати, вот посмотрите по салону, да, по месту. То есть не довольно-таки, а очень много места в данном автомобиле. Такой темный коричневый салон. Так, да что такое, не могу эту дверь закрыть все время. Вот вид сзади. Вот в данный момент у нас идет поиск такого автомобиля. Ищем для нашего подписчика. Боковая дверь левая, она сдвижная. И данный автомобиль, у него вот это кресло, да, помимо того, что он регулируется электро, оно еще и выезжает. Так, вот она, регулировка. Так, ну, короче говоря, я не буду сейчас этого делать, просто показываю вам салон. Значит, 2014 год, аукционная статистика, 525 тысяч рублей. Prius Alfa в таком синем шикарном свете с туманками. Обратите внимание, он идет линзованный гибрид, 2012 год, 840 тысяч рублей. Знаете, вчера был случай, разговаривали с продавцом, он едет на гибриде. Ну, не то, что он едет, да, подходит человек к нему и говорит: а как так, почему у тебя машина не работает? Он говорит: ну, как она не работает, это гибрид. То есть она, в принципе, когда едет на гибриде, работать и не должна. Покупатель, получается, не покупатель, а человек, который ищет машину, отвечает ему: не, говорит, друг, что-то у тебя с машиной не то, двигатель должен работать. То есть, ну, вывод такой, да, то, что некоторые даже не знают, то, что существуют полноценные гибриды, когда поршневая группа автомобиля не работает, ты не слышишь, как он, в общем, как работает двигатель. Ладно, далее стоит Forester. Сегодня Forester купили нового, это уже Dory Style, 14 год, 4 балла, черный цвет с туманками, ходовые огни такие установлены. Вот, ну, фориков уже вам довольно-таки много показывали. 1 260 000 рублей. На форике, я еще раз повторяю, то, что ценник на них подупал. Далее стоит Suzuki Hustler, 14 год, такой серый цвет, механика. Обратите внимание, то есть еще японские автомобили на механике, 495 тысяч рублей. Коробочка. Ну, он без климат-контроля, он на обычных крутилках. Suzuki Hustler. K-Car. Ну и опять же, вот вернемся к разговору, да, то, что продавцы говорят, ажиотаж. Берут недорогие, дешевые автомобили в районе там 400-450 тысяч. Toyota Corolla Axion. 15 год, 1,5 литра, 4 ВД, аукцион 4 балла, 8 подушек безопасности. Цена, нету цены. Нет, есть цена, вон она, 705 тысяч рублей. Светлый салон, ну, обыкновенная комплектация. Axio вот такой, как бы, тоже семейный, недорогой автомобиль. Вот, давайте, еще один форик, 14 год, 1 220 000 рублей. Вот стоит Toyota Aqua, но это уже новая Aqua. Рестайлинг, цены, к сожалению, нету. Просто показываю вам внешний вид. Тоже полноценный гибрид. Полноценнее уже некуда. А сколько Аква стоит? Вот цену нам подсказали. Стоит она 720 тысяч рублей. Комплектация Urban. Рядом стоит Fit в черном цвете, комплектация S. S-ка это
А это идет максимальная комплектация. 14 год, 4 ВД, 750 тысяч рублей. И вот, наверное, постоянно повторяемся, да, но еще раз будем повторять то, что вот Honda, это идет полноценный гибрид, и также есть версии 4 ВД. То есть, допустим, если взять Toyota, да, там Aqua, Prius, 4 ВД нет. Ну, Prius появились 4 ВД, но это уже новые кузова. Вот, но они еще дорогие. Значит, S-ка, 14 год, 4 ВД, гибрид, 750 тысяч рублей. Arctis, 16 год, 1,5 литра, комплектация G, G, фары, линзы, туманки, 680 тысяч рублей. Повторители, бесключевой доступ, машина даже открыта. Вот такого плана салон, климат-контроль. 680 тысяч рублей. Ну что они там, что надумали, нет? Рядом, значит, Fit стоит еще один в сером цвете, тоже гибрид, тоже 4 ВД, 15 год, 675 тысяч рублей. Ну и как бы вот сразу разница, да, в цене. Будут многие спрашивать, почему такая большая, там 70, 80, а то и 100 тысяч. Ребят, не забывайте то, что у машин очень много комплектаций, то есть все комплектации разные. Ну и также надо отталкиваться от состояния, от пробега, от пробегов и так далее. Вот раньше, дальше, значит, еще стоит Альфа, 14 год, голубой цвет, тоже линзы, S-Touring, 850 тысяч рублей. Альф тоже много показывали, бесключевой доступ, автомобиль тоже открытый. Такое, не могу я дверь сегодня закрывать, сил не хватает. Вот такая, такой вот автомобиль. Так, друзья, небольшая поправочка, да, немного я ошибся. Это не Toyota Prius Alpha, это Daihatsu. Может, кто внимательный уже увидел, да, то, что идет знак. Почему ошибся? Да потому что они одинаковые. Вот, и подсказали то, что Prius Alpha в такой комплектации будет стоить с таким пробегом, ну, блин, на порядок подороже, как бы там не под 100 тысяч. И видите, это Daihatsu Mobius. Ну, это один в один то же самое, что и Prius Alpha. Вот еще раз, смотрите, открываю салон, смотрите, все, все один в один. Пробег 83 тысячи. Все, друзья, то же самое, что и в Приусе. В Альфе я имею в виду. Обратите внимание, состояние салона чистое, ухоженное, не зачуханное, не поцарапанное. Как японцы-то? Вот опять, блин, дверь не могу я закрыть. Что такое? Сейчас будете там писать, там бита крашена. Ничего подобного. Багажник. Обратите внимание, в каком состоянии багажник. То есть покрытие не поцарапано, пластик не поцарапан. Шторка, полка в багажнике. Все есть. Надеюсь, дверь получится заднюю закрыть. Опа, закрыл. Daihatsu Mobius. Рядом, значит, Toyota Vitz. Такой тоже бордовенький цвет. Фары. Обратите внимание, какие фары. Линзы, сонары. Бордовый шикарный цвет. 16-й год в ПТС. LED фары 1.3 ТРК. Push Start 585 тысяч рублей. Хромированные ручки, накладки. Нет, это ручки хромированные. Бесключевой доступ в автомобиль. Автомобиль открытый. То есть, ну и пока смотрите видео, сравнивайте цены. Подорожали, подешевели. Еще раз вернемся к ажиотажу, да? Как бы туман немножко спал. Смотрите, автомобилей много. Автомобилей много. На камеру, наверное, плохо вам будет видно, но поверьте, как бы покупатели на рынке есть. Прям много ходит покупателей. Даже вот в выходные проблема с парковкой где-то остановиться. Оставить свой автомобиль, чтобы пойти искать себе машину. Ладно, Toyota Vitz. Бордовый цвет. Не бордовый, баклажановый. 16-й год, LED фары 1.3. 585 тысяч рублей. Рядом стоит Nissan Serena, 2014 год, полноценный семейный автомобиль, двигатель 2 литра. Есть гибрид, есть передний привод, есть 4 ВД, это фарики уже линзованные, туманки, стоит еще зимняя резина.
Зимняя резина, неплохая комплектация. Вижу то, что вот камера с правой стороны установлена в ухе. Машина открыта, темный салон, три ряда сидений. Круиз-контроль, климат-контроль. Камеры выводятся на зеркало. Боковые двери у нас движные. Есть комплектации, комплектации тоже очень много разных, как бы старые и так далее. Есть где боковые двери электрические, обе есть, где одна левая электрическая. И вот видите, шторочки такие вмонтированные, это родные шторки японские. Вот эта перегородка, она ездит, то есть можно сделать, чтобы здесь три человека сидело, можно подвинуть, но я двигать не буду. В общем, она едет, да, вот туда до самого конца, до между водителя и пассажира. Сейчас на место поставлю. Такой хороший, хороший семейный автомобиль. Сирена, 14 год, 2 литра, 900 тысяч рублей. Nissan Vanet, ну, это уже отнесем как не к семейным, да, автомобилям, а как к бюджетным, скажем так, рабочим лошадкам. То есть автомобили покупаются для работы, что-то перевозить, какие-то грузы. Значит, Vanet, 14 год, мотор 1.8, 4 ВД, 660 тысяч рублей. Тоже разные комплектации есть. Есть с высокой крышей, есть с низкой крышей, есть боковая задняя дверь одна, есть две двери. Вот данный автомобиль, у него боковых дверей две. Также есть комплектация с форточками, есть без форточек. На такие машины мы делали обзоры. Здесь не пугайтесь, то что тут все так раскидано. Автомобиль это смотрели, что-то вскрывали, не знаю, купили, не купили. тысяч рублей за 14 год. Цена как бы, ну, тоже такая хорошая. Грузоподъемность 700 килограмм написано. Рядом еще один стоит Vanet, грузоподъемность написано 950 килограмм. А на данный автомобиль установлен багажник. Также с автомобиля, насколько я понимаю, идет еще комплект резины, тоже с форточками, тоже две дверки боковые. Стоит 650 тысяч рублей. 4 ВД, 2014 год. Honda Stepwagon спада. Ну не то что легендарный, да, автомобиль, а очень, прям очень-очень популярный. 14 год, мотор 2 литра, по-моему, 150 лошадиных сил там идет. А комплектация спада, это максимальная комплектация. Родное хондовское литье, летняя резина, обвесы, хромированные ручки. Машина закрыта, салон с кожаными вставками, две электрические двери, мультируль, полный мультируль, круиз-контроль. На руле написано спада. Вид сзади. Стоимость, по-моему, я вам не сказал еще. Сейчас скажу, сколько стоит. Сам не помню. Рядом стоит Ноах. Сейчас до Ноаха дойдем. Значит, спада стоит у нас 985 тысяч рублей. Ноах — это уже новая морда. Ноах, 14 год, мотор тоже 2 литра идет, 4 ВД, 1 миллион 290 тысяч рублей. Гибриды есть, передний привод, ну, 4 ВД, салон, смотрите. Так, машина закрыта, мультируль. Я не знаю, что это такое, это либо чехлы, либо еще в пленке. Да нет, это какие-то чехлы такие прозрачные, модные, японец повесил. Тоже достойный, шикарный, хороший, семейный автомобиль, три ряда сидений. Скоро мы дойдем. Скоро мы сделаем обзоры на такие автомобили, на Ноахе, на Воксе. Да вообще на все будем делать обзоры. 14 год, 1 290 000. 4 ВД. Toyota Spade, черный цвет, 14 год, 4 ВД, 635 тысяч рублей. Закрыта машина.
Ну, Спейд и Порт — это одинаковые автомобили. Вот еще один Спейд в сером цвете. $540 000. Но обратите внимание, это 4 ВД машина, этот автомобиль передний привод. Так, ну вот наверху еще, смотрите, стоит Subaru XV. Я сегодня говорил, то, что есть гибрид, есть не гибрид. Вот это гибридная версия автомобиля. Хотя, чем мы сюда пришли, цены здесь нету. Так, на всякий случай. То, что гибридные, они тоже есть. Вот еще одна Nissan Sirena. Это уже комплектация Hogway Star. Вот беленькая стоит. Вот серенькая стоит. Значит, серая 11-й год. 11-й год 820 000 рублей. Белая 12-й год 830 000 рублей. Радик, Toyota Land Cruiser Prado, 2015 год, 3 150 000 рублей. 15-й год, ну тут, блин, состояние нового автомобиля, реально нового. Mitsubishi Delica D5. Такой автобус-внедорожник, назовем его так. Дизель, 2013 год, 1 260 000 рублей. Видите, камера вмонтирована в решетку. И вот еще хотел показать, степ-вагон стоит, спаду показывали. Это не спада, то есть обычная комплектация, 12 год, 4 ВД, 900 000 рублей стоит данный автомобиль. Отличие видите, да, сразу? Со спадой. Ну, спада, конечно, шикарный автомобиль, шикарно смотрится, шикарное оснащение у спады. Двенадцатый год, 900 000 рублей. Так, ну и давайте посмотрим на малютки, на кейкары, как без них. Suzuki Alto, новый кузов, новая морда, 15-й год, естественно, 07, 315 000 рублей. Светлый салон, климат-контроля нету. Здрасте. Альта. Рядом, значит, что это стоит? Дейс, 14-й год, белый цвет, тоже простенькая комплектация, без линзы, но с туманками. С туманками есть статистики. Есть статистики. Цена. Сейчас посмотрим на цену. $350 000. А еще один DS, но комплектация уже получше, с датчиком предстолкновения. Стоит японский регистратор, 16-й год, такой красивый цвет, 07, $415 000. Продавец подсказывает, камеры кругового обзора. То есть где-то там в морде камера спрятана и в ушах. Вот она, раз камера. Вот она, два камера. Повторители, бесключевой доступ, климат-контроль, $415 000. Рядом стоит Мира ЕС. Ну, вот этот автомобиль подойдет тем, у кого денег мало, которые хотят японскую хорошую машину, да, но у кого денег в районе 350 000. Вот Мира ЕС, 15-й год, ценник вот правда не вижу. Не знаете, сколько стоит? 308. А вот 308 000 рублей. Ну, ценники на них начинаются где-то 280 000 350 000 рублей. Есть, кстати, аналог, это Subaru Pleo и Toyota Pixis. Ребят, смотрите, и вот единичный такой экземпляр, да, эксклюзивный, это Nissan Note, 2014 год, комплектация Axis, до рестайл. Но сейчас вам покажу, что такое Axis, что представляет. Значит, литье, жирная летняя резина. Но это ладно, это не важно. Хромированные ручки. Я такой автомобиль
Ну, вижу первый раз. В плане, вот, представляете, кожаное сиденье на, скажем так, на таком бюджетном автомобиле. И передние кожаные сиденья, и задние кожаные сиденья. Блин, опять забыл, сколько стоит. Сколько стоит? 595. Стоит данный автомобиль 595 тысяч рублей. Он еще и DIG-S, то есть двигатель турбовый, 98 лошадиных сил. 59 тысяч родной пробег. Запаска есть. Многие как бы спрашивают, запаска, не запаска, компрессора, не компрессора есть. Смотрите, запаски, конечно, запаски не вытаскивают, да, но компрессора бывают вытаскивают. Где-нибудь на пароходе вытащат, на стоянке вытащат, либо еще где-нибудь могут вытащить. Ноуты мы вам показывали. И смотрите, здесь... Можно завести? Да нет, заводить не будем, что ноуты показывали уже много. И здесь такая вот под дерево вставочка. Комплектация Axis, кожаный салон. Кожаные сиденья. Ладно, давайте еще найдем каких-нибудь парочку кейкаров. 14 год, 07, 335 тысяч рублей. Голубой цвет, стоит еще стоит зимняя резина. Сузуки. Это у нас Сузуки. Сузуки вагон R. Значит, дальше стоит Toyota Passo в таком зеленоватом цвете. Пасики, кстати, это тоже очень популярные автомобили, но у них диапазон цен, да, где-то вот, ну, хороший стоит в районе 400 тысяч. Вот этот автомобиль, конечно, 400 тысяч стоить не будет, это уже 16 год, новый кузов. А так, предыдущие кузова 400, 415, 420 тысяч рублей можно найти хорошего пасика. Даже несколько знаем. Есть один пасик 4,5 балла, серый цвет, пробег 48 тысяч. Есть Passo баклажан, пробег там, по-моему, 22 тысячи. И все в районе 400-425 тысяч рублей. Это Mitsubishi Outlander, электричка, да? Электрокейкар. Нет, кроссовер. Кроссовер, значит, бензина. Электроавтомобиль 2013 год, белый перламутровый, родное литье, шикарный цвет, очень хорошая комплектация. Сейчас закроем. Ой, сейчас откроем, я уже что-то путаться начинаю. Очень хорошая комплектация, сонары спереди, сзади, мультируль, подогревы сидений, кожаные вставки. Смотрите, тумблера какие-то, да? Я это к чему веду? У нас был поиск данного автомобиля. Вот данный автомобиль мы нашли, мы его предложили нашему подписчику, но по каким-то причинам он его отказался покупать. Не то, что по каким-то причинам, а он уезжает на 2 недели, на 2 или на 3 недели. Поэтому он не смог приехать, приобрести данный автомобиль. Я так, на всякий случай, говорю, может быть, кому-то это нужно будет. 13-й год. Ребят, автомобиль 4,5 балла. Зарядка имеется. Обратите внимание, в каком состоянии багажное отделение. 4,5 балла. То есть такие автомобили, они бывают редко. Электродверь задняя. Привет. Пробег 90 тысяч. Чистый, аккуратный, ухоженный салон. Вот еще какие-то прибамбахи японец тут понавставлял себе. В общем, может, кому надо, звоните, обращайтесь, поможем. Значит, 13-й год, гибрид, 4,5 балла, нету ни одной крашеной детали, пробег 90 тысяч, стоит он 1 335 000, если не ошибаюсь. Так, друзья, ну давайте разыграем с вами подарки. Еще раз напоминаю, значит, условие такое, чтобы вы были подписаны на наш канал, чтобы подписки ваши были открыты, чтобы мы видели то, что вы действительно подписчик нашего канала. Ну и, соответственно, последние 4 цифры своего телефона, город, вот, те комментарии, которые вы оставляли. Все очень просто, быстро, честно, ясно. Значит, 3 подарка, 3 раза крутим барабан. Первый раз крутанули, если человек выиграл, если он подписан, значит... Он получает свой приз, если у него открыты подписки. Если подписка закрыта, либо он не подписан, то приза никакого не будет. Так делаем 3 раза. Кто выиграл, тот выиграл. Кто нет, то нет. Так, давайте, с чего начнем? С пылесоса? Давайте с проводов. Мне повезет.
не мне повезет, а, возможно, кому-то сейчас повезет. Почему? Потому что посмотрели, почитали комментарии, как бы, комментариев много, но не все подписаны на наш канал. Хочется, чтобы было честно, чтобы выигрывал именно подписчик. Смотрите. Олег Шоршунов, как всегда, приятно вас смотреть. Барнаул смотрит 0.9.97. Олег, ну, к сожалению, список подписок, да, ваш, он скрыт. Поэтому мы не можем увидеть, то есть действительно вы подписчик или нет. Я надеюсь, что вы действительно наш подписчик, вот честно. Но, к сожалению, вот должны это все увидеть, да? То, что выигрывает именно подписчик. Вот заходим на канал, да, коллегу. Ну и в принципе тут пустота, то есть мы ничего не видим, да. Ну, к сожалению, Олег не выигрывает. Давайте дальше. То есть будем снимать видео, вот это вот, делать розыгрыш до тех пор, пока никто не выиграет. Я имею в виду, сейчас мы крутим 3 раза. Если сейчас никто не выиграет, значит, в следующем видео кто-то выиграет. Слава земляков. Про коробку робот. На ней лучше расскажите. Что рассказать? Пишите, да не пишите, а лучше звоните по телефончику, проконсультируем. Слава, ну, к сожалению, вы тоже не выигрываете. То есть список подписок, он скрыт. И опять мы не можем показать всей нашей аудитории, да, то, что вы действительно наш подписчик. Хотя я на это очень надеюсь. Так, друзья, ну, 3-й раз. Все те же самые провода. Мне повезет. Смотрим. Я надеюсь, сейчас кто-то выиграет. Вот реально, все честно, без подвоха. Вот все с одного раза. Как пришел домой, включил вот эту программу. Подвоха вообще никакого нету. Дмитрий Б. Ребята, привет. Приятно вас смотреть. Белогорск-Амурская, 6701. Дмитрий Б. Дим, ну, извини. Вот честное слово. Мы здесь абсолютно ни при чем. Я еще раз повторяюсь, возможно, все вот эти люди, да, которые сейчас у нас выпали, возможно, они подписаны, потому что, ну, как бы, я, если честно, не особо понимаю, вот список подписок скрыт, то есть, в принципе, человек, он мог просто скрыть свои подписки, чтобы другие, там, лишние глаза, люди, да, не видели, на кого он подписан, но здесь такое условие, то, что мы должны это показать всем, то, что вы являетесь действительно нашим подписчикам. Друзья, ну, давайте так, расстраиваться не будем, да? Подарки вы все видели, они есть, они в наличии, они куплены. Там, в принципе, неплохой пылесос, неплохой компрессор, даже с гарантией на компрессор и на пылесос по 3 года гарантия идет. Вот, давайте под этим видео пишите комментарии, кто еще не разочаровался, да, кто хочет еще выиграть. В следующем видео мы обязательно разыграем эти 3 подарка. Но, друзья, если вы не подписаны, то подписывайтесь на наш канал и обязательно открывайте свои подписки. Вот. Ну, на сегодня все. Всем пока.